Дорогие друзья, уважаемые коллеги, награжденные, у нас действительно очень сложная, большая, колоссальная по своему потенциалу страна, великий народ. И у нас сегодня созданы предпосылки для развития страны, государства на многие-многие десятилетия вперед на совершенно новой, обновленной базе, современной базе развития. И вот это, наверное, главное достижение последних лет. У нас с вами и у подавляющего большинства нашего народа есть уверенность в том, что это будущее будет блестящим. Но то, что страна смогла пережить очень сложные годы своего развития, то, что у нее сейчас созданы такие перспективы, в этом заслуга прежде всего нашего народа и тех людей, которые находятся сегодня в этом зале, не в последнюю очередь. Таких людей, как вы, которые всегда впереди, которые вкладывают всю свою душу, все сердце в достижение тому делу, которому вы служите. Я хочу вас сердечно поблагодарить за это и пожелать вам всего самого доброго. Спасибо большое.